Всем привет, мои любимые плюсики! И вы на моем канале Паулина Плюс! И мы сегодня с Полиночкой решили открыть вот такие подделочки куколки Лу. Нам очень интересно стало, какие же подделки бывают. Вот такие вот, куколки подделка. С волосами. Ну, ты такая смешная. А мне вот это мне больше смешная, я не хочу, она мне попалась. Ну, а тут много, наверное, куколок. Вот они, тут много их. Вот, с волосиками. А это вот такая вот капсула. Но это уже куколки без волос. Мы посмотрим, какие же куколки лучше? Да. Настоящие? Или все-таки лучше покупать подделку? Или лучше настоящие? Настоящие. Мне нравится настоящие. Но мы же не видим, не знаем, какая тут подделка. Ну, сейчас проверим. Давай, я сразу с этой начну. Ты хочешь эту? Тут. Ну, давай, а с волосиками потом девочка, да? Тут такая подделка. Так. Я не понимаю, вот тут уже. Ну, в общем, эта коробочка нам не надо. Читает. Смотрите, это вот такое. Угу. Ну, капсула большая, да? Ну, тяжелая. Что там, есть этот? Да, есть. Покажи. Вот такой, как в настоящем это есть. Да, только оно там что-то не очень открывается, да? Ничего не получается. Не получается. Получается сейчас. Так, это у нас первый слой. А там ничего не было? А вот, смотрите, есть тут. Опа, как и в той. Очень даже неплохая. Так, что-то тут есть, Поля? А ну, поищи. Тут и ничего тут нету. Это на коробке было. Есть тут. Где? Смотри, тут есть вот какие-то надписи. Вон, смотри. Да, я посмотрю. Она что-то говорит. Я вижу. А ой, я вижу что-то другое. Что-то нашла, Полина? Подсказку. Какую-то записочку. А, да, смотрите. Так. Что-то там видно? Какой-то такой крючок. Какой-то пал и плюсик. Ух ты, плюсик. И пирамидки какие-то. Да, да, что-то там. Давай дальше. Я вижу ее, мы последний. Так. Последний слой открываем. Последний слой. О, а там тут что-то она... есть. Тут есть. Ой, что-то. Подсказки, как открыть пол. А, тоже, да. Дай мне его. Ты смотри. Очень даже похоже. Пробуем. Сделано, да? Так, стойте, не подсказывайте так. Покажи. Ну да, тут так же самое, как и в хорошей этой. Так. Нашла ты там? Я нашла первый код. Я ищу этот. Пробуешь? Код. Бриллиант. Корона. И корона. Первый код. Нет. Ну давай дальше пробуй. Давай. А, точно, конфетка и яблочко. А, ну давай. Это последний код. Открылся? Да. Там больше нету ничего? Смотри, ты открылся. Ой, ты что, закрылся? А, ой, класс. Ой, так и с этой стороны открылся. Ух ты. А тут что? Так, а ну достаем. Тут ничего не открылось. Что там, Полечка? А, там прозрачная, там видно. Там видно, там тапочки. Тапочки. Давай смотри. Так, я сейчас помню. Там тапочки сейчас выпадут. Что за маленькие тапки? Что это? Вот такие тапочки. Маленькие розовенькие тапочки, да. Они как тапочки, они не туфельки, да, как тапочки. Ну, симпатичные. Что там в другом кулечке? Тут уже всем понятно, вот тут платьишко беленькое. Беленькое? Беленькое. Вау, все блестящее какое-то. Костюм. Это не платье, да. Это костюм какой-то. Ух ты. Может, это мальчик? Костюм-трансформер. Давай, что там дальше? О, смотри, переворачивай, тут же еще есть. А вот тут не открывается? Нет. А вот здесь вот, наверное, что-то открывается. Давай подсказочки дальше. Я не люблю. Цветок и морда злая. Да, очень долго, да, это надо подсказки искать. И цветочек. Цветок и морда злая. А ну нажми, нажала, нет? Нет. Это же цветок злая морда. Угу. Давай дальше. Тучка и солнышко. Тучка.
солнышко. Боже мой. Это последнее было. Ты нет. Думаешь, нет, там еще есть. Так, корона, бриллиант. Есть корона, бриллиант. Бриллиант и корона. Так, что там еще? Давай, Полина. Фух, уже не терпешь. Что там следующее? Огонь и лимон. Лимончик? Давай. Пробуй. О, ух ты! Классно. И? Соска! Соска, соска, соска! Да какая соска? Бутылочка. Соска. Не соска. Так, открываем бутылочку. И бутылочку. Ух ты! Золотая. Ну, красивенькая, надо посмотреть. Ой, красивенькая. Красивая. Неплохая такая. Она открывается. Теперь? Нет. А мы тут все. Ну тут резиновая, а верхушечка, смотри, пластмассовая. Так, теперь другое. Вот такая вот бутылочка добавилась к нам. Так, и что? И все, теперь же надо эту куколку вот открывается. Открывать. Куколка должна открыться, да. Вот это должно открыться. Там же тоже есть сюрприз. Нет, вот это. Тут нету, по-моему, ничего. Тут ничего поля нету. А вот это что за замочек? Теперь вот это. Открывали. Что у нас там еще не открывалось? Какой код мы не открывали? Там мы все попробовали. Давайте огонь и снежинка. Огонь и снежинка! Так, у нас не получается огонь и снежинка. Что там следующее? Я думаю, сейчас мы сделаем... Так, а где она? А вот подсказочки. Сейчас я посмотрю, где это. Солнышко. И солнышко и тучка, да? Оля, смотри, а я нашла сосочку. Тут еще, наверное, с бутылочкой или с чем была. Сосочка маленькая. Как она отлетела? Вот, да, в курючке была. Она, наверное, с бутылочкой была. Так, ну, классно. Смотри, два сюрпризика в одном попалось. А ну. Опа, открылась. Ладно, смотрите. Смотрите, какая она. Египетская такая принцесса. Вау. Меня открывай. Какая прикольная. Тут один пакет, ладно. А, там еще пакетик есть. У-у-у, там, наверное, что? Что-что? Обруч. Обруч к ней. И? Ух ты, какой симпатичный. Классный. Так, и что у нас получается? Смотрите. Раз, два, три, четыре сосочка и пять одежда. Что это такое? Это новая. Что? Что она умеет? Смотрите, она микрофон. О, а тут еще и игра. Игральница. Подожди, давай, Олечка, давай, знаешь что? Давай откроем куколку, потом ее туда поставим. Да. Да? И давай посмотрим. Так, открываем. Так, открываем глазки первые. Так, тут их открыть. Ладно, давайте тобой голову откроем. Да, очень тяжело открыть. Вау, что там за вуп? Она фиолет. Смотрите, она симпатичная. Давайте сразу давай ее посмотрим. Оденем. Давайте ее помолкаем. Ух ты, смотрите, какая она. Прическа у нее косички. Давайте очень даже неплохая. Не посмотрите на мою голову. Давайте одевайте меня уже. Давай, одевай. Посмотрите. Вот такая у нас куколка. Ух ты, смотрите, какая она красивая получилась. Сосочка, бутылочка. Вот такие штучки классные на ушках. Ой, на голове, да? На ушках, на голове. А костюмчик какой-то вообще непонятный. Точно какой-то египетский. Чей-то такая. Смотрите, сзади какой она. Ужас. Ну, а вообще куколка симпатичная. В глазках она не плачет. Она цвет не меняет. Она, получается, только плюется. Ну, наверное, это как халатик. Наша завязочка. Я не думаю, меняет, что да. Так, ты ручку одеваешь? Да. Что? Нам же еще надо попробовать ее включить. Там... Оказывается, мы увидели, что там должна быть музыка. Давайте проверим. И в этом должна быть музыка. Давайте проверим. И что тут у нас? Мы ее вставляем. Где тут специально вставляется. Ай, падает. Давай попробуем. Ай, сосочка упала. Там тоже должно светиться. Тут лампочка есть. А как она включается? Дай мне посмотри, дай я. Подожди, я посуну ей сосочку. Так. Да. Вот такой у нее капсула. Да, я включу, мама. И где же у нас включается музыка? Мама, я включу. Я знаю. В общем, ребята, у нас не получилось. Оно не светится. Мы даже поменяли батарейки. Да, ребята. Куколка у нас не включилась. Я
Хотя там должно что-то светиться, лампочка, и играть. Мы по ней меняли батареечки, но все равно ничего не работает. Вот да. Такая вот подделочка. Но у нас же есть другая куколка, может, там нормальные батарейки? А там, наверное, нету батареек вообще. А, это какая-то была, а это другая совсем. Давай, вытягивай. Красивость, смотрите, капсула тоже очень похожа. А, ну она легенькая, ну не такая, как та капсула. Так, ну давай открывай полечко эту. Посмотрим, какая эта куколка попалась. Я знаю, там будет легко сделать. Ой, тут один слой, что ли, да? И что там, что это за капсула такая смешная? Так, Полина, у тебя выпало что-то, смотри. Она меняет цвет и... Что это? Она может это... Так, это из моря. Это из какой моря. Цвет? Это, наверное, плачет. Мама, нет, это меняет цвет. Моргает. Она плачет, там слезка. Где? Так, а да здесь нет. Что у нас за подсказочка? Она не плачет, она меняет цвет. Такая бомбочка и ракушечка. Что это может быть? Она из моря. Из моря? Из моря. Ну, давай, будем проверять, что это такое. Так, подождите, я тут... Я недолго, потому что сейчас тут легко открыть. Так, крышечка, надо да? Надо подухаться, а теперь открывать куколку. Вау, это как будто бы лифт открывается. Видели такие двери? Покажи. Бывают вот такие двери. Ага. Так это вообще такая легенькая. Раз-раз, без кода, без ничего. А ну давай. Раз-раз, без кода, поломанная кукла. Вау, смотрите. Ух, не показывай! Не показывайте. Давай, одевай куколку, голову. Сейчас, она отдельно голова. Просто она такая... Вот так... Ой, упала. Вот такая у нас куколка. Такие глазки красивенькие, черные. А, ну покажи, ух ты. Вау, а цвет волос какой классный, да? Смотри, какой прикольный. Ну, она пластмассовая. Ножки тоже пластмассовые, как и ручки. Она ходит. А что она не русалка? Да, можно было бы русалку ее сделать, да? А есть такие куколки у русалки. Так, и что она у нас умеет? Она у нас умеет писать и ротиком. Делать свои дела. Да. Давай досмотреть дальше, что там. Смотрите. О, что это за ленточка такая розовая? Это ручка. А, тут прям ленточка, да, завязывается и как... Ручка. Сумочка такая длинная, да? Так, и что тут у нас еще? О, смотрите, у нас тут две бегудиточки есть. Это будет в конце. Ну, это когда уже... Так, тут какой... сюрпризики. Смотрите, я шалупу. Давайте да, поищем, тут тоже есть. Тут подсказочки. А ну, покажи ее. А, ну, она просто для красоты, наверное. Не. О, давай на тебя посмотрим с ней. О, какая полная, блестящая. А, это тоже. Так, что ты там уже открываешь? Так. Что там ты нашла? Я думаю, это какие-то тапочки. Да, это тапки. Ой, покажи. Вот такие тапочки. А я посмотрю. Ботиночки, что ли? Ботиночки. Они там... Ой, они с бантиком, розовенькие ботиночки. У-у-у. Давай. Ты сразу одеваешь? Да. Так, ботиночки одетые. Вот так вот. Давай, следующее, что там у нас дальше? Расходите. Ого, там что-то много, что-то всего или нет? Это? Ой. Что это такое? Дайте сюда. Тут же не было. Это просто подставочки? Покажи. А-а-а. В общем, это две подставочки, которые вставляются сюда. И сюда. И наверх. Что нету. На крышечку, где да. Крышечка. О, вот это подставочки и сюрпризик? Да. Так, больше тут ничего нету, да? Последний же, это ж... И что там? Платьюшко. О, какой красивый. Покажи. Такое... А, как у королевы. А, смотри, под волосы у нее, под ее, синяя, да? Как-то. А ну, одевай. И вот такая куколка. Ух ты. А смотри, как хорошо, да, платьечко с волосиками прикольно смотрится. Теперь последняя. А, у нас еще бегудишки есть. А ну, открывай давай сюрприз. А то я уже думала, что это и все. Думаю, что и все. Такие сюрпризы. Соска, я так и думала. И все? Вот это в одном сюрпризике сосочка? Так, а ну покажи, какая? Соска. Ой, смотрите, какая красная бутылочка. Что это такое? Вот это вот клей какой-то приклеенный.
С дырочкой, да. Крышечка такая симпатичная. А я такое знаю. Что и там лежит? Резиненькая, хорошенькая. А я знаю, что на, там держи. Лежит, мама. Ты уже открыла вторую? Там и колечко что? Мое. Еще и для тебя сюрприз. Да. Крутя. Ага, смотрите. Вот такой кувшинчик, колечко. Интересное для девочки. Смотрите, ребята, вот в этой штучке была потайная. Надо сначала попшахаться, открывать это. Ага, попшакалась, это уже все пахнет. Давай показывай. Тут была потайная крышечка, а мы не знали. И здесь лежала светяшка. А ну в этот раз повезет, это будет светиться. О, светится, ура! Вот такая штучка. А ну накрывай, она будет видно ее? Да. А вот так? А так не будет видно. Оно закроется все. Сейчас, подожди. Как тут прицепать? Может, может она вот здесь, смотри, кругленькая. Тут вот можно прицепить. Ой, точно, может, да. На дверьку? А ну давай. Не? Не, что-то она там не вмещается. А ну смотри, вот смотри. Вот так вот, вот лампочка вниз светит. Вот она, Полина. Я поняла. А ну давайте откроем. Вот она светится вот сюда вот. Видите? Да. Да, смотрите, она тут. Теперь прикрываем дверь, закрываем лампочку. Ее можно сюда ставить. Это да, вот. И там будет светить. И она светится. Только при вот так вот, да, смотри. Ну так не видно. Ну что-то светится. Ну хоть с одной повезло. Да, да? Хоть с одной. Там должна была быть и музыка в этой куколке, но что-то не работает, там, наверное, сломано. А их достать надо? Нет, а так шарики будут торчать. Вот такие мы открыли, вот такие куколки. Воу! Кому нравится, ставьте лайки! Лайки! Много-много! И прибавляйтесь к Полиному каналу. Плюсики, плюсики, плюсики! Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Всем пока! Пока-пока-пока! Пока! Бешеные какие-то куклы у тебя. Все, я тебя сейчас сниму. Пока-пока.